Вручение премий в сфере культуры состоялось в Большом зале Краевой филармонии. Это здание больше года находилось на реконструкции. Здесь обновили фойе и зрительный зал, расширили сцену, улучшили ее акустику. К зрителям обратился губернатор края Дмитрий Махонин. Радостно, что в этом году очень много было сделано с точки зрения создания инфраструктуры наших основных культурных учреждений. Ну и хочется, чтобы все эти объекты, опять же, показывали, насколько разнообразны, насколько изящно и насколько величественна наша пермская культура. Премией был отмечен коллектив Союза писателей за фантастический роман «Тайны Вишеры», коллектив театра оперы и балета за оригинальный спектакль «Евгений Онегин», сотрудники Краевой филармонии за концертную программу к 150-летию Сергея Рахманинова, специалисты продюсерского центра «Каприска» за создание одноименного мультсериала, искусствоведы художественной галереи за проект «Навстречу новому столетию». Самой многочисленной по количеству участников стала номинация «Сохранение и пропаганда культурного наследия Пермского края». Здесь наградили авторов издательского проекта «Фольклор народов России», а также сотрудников Губахинского краеведческого музея. Эксперты отметили и проект детского центра Пермского краеведческого музея. Лауреатом премии в номинации «За честь и достоинство» стал дирижер Валерий Платонов. Премии учреждены почти 30 лет назад. Их вручение организует Министерство культуры Пермского края.